Всем привет! Наши вам, как говорится, кубическое здрасте. Я очень рад, что вы здесь сегодня находитесь. Сегодня у нас прямая кубическая трансляция. Все как мы любим, общаемся в прямом эфире с вами. Я отвечаю на ваши вопросы, общаюсь. У нас больше 100 человек нас смотрят сейчас. Это очень круто, очень приятно. Вот ребята пишут уже вопросы. Я буду стараться отвечать на них, плюс у меня здесь еще есть целых две бумажки. Ребята, которые писали мне вопросы до трансляции в комментариях на YouTube, ребята, которые писали вопросы в нашу группу ВКонтакте, и я буду сегодня вот на ваши вопросы стараться отвечать. Уже спрашивает Борис Холзман в чате, когда пора будет спамить вопросы? Ну, в принципе, можно, наверное, уже начинать. Вот Дарт Мол, например, у меня спрашивает, какая моя любимая игра. Это самый сложный, наверное, для меня вопрос, потому что мне всегда очень сложно как-то выбирать. Наверное, самая любимая моя игра на данный момент — это Battlestar Galactica. Я вот после того, как я посмотрел сериал еще целиком и полностью, я почитал комиксы по этой вселенной, теперь игра просто заиграла для меня новыми красками. Это действительно потрясающая игра, одна из лучших кооперативных игр с предателем, в которой я играл. Поэтому вот она моя самая любимая на данный момент. Как началась моя карьера настольщика, спрашивает Фарик Абдинов. Началась она достаточно давно, именно карьера, скажем так. В 2010 году, 6 лет назад уже, я пошел работать демонстратором настольных игр в компанию Hobby World. Тогда еще, правда, компании Hobby World не было. Пишет, что звук иногда падает. Интересно. Надо посмотреть. Сейчас я попробую по уровню вот здесь следить. Но вообще я ничего не меняю, ничего не трогаю по звуку. То есть все настройки у меня стоят по умолчанию. Странно. Он причем не в автоматическом режиме. То есть уровень задан четко. Не знаю, почему прыгает. В общем, буду пытаться разговаривать просто на одном уровне громкости. Долго не молчать, долго не громко не кричать. Как бы фальстарт у нас тут прошел. Такой. Давайте начнем еще раз. Да, гарнитура USB. У меня все спрашивают по поводу гарнитуры. Александр Матвеев пишет в чатик. Алексей, здравствуй. Подскажи, заказываешь ли ты настольные игры из-за границы? Можешь ли посоветовать магазины, способы? Так, заказываю я за границей, но не так часто. Заказываю я в основном либо через Cool Stuff. Один раз мы заказывали, по-моему, через Filibert, но в основном как бы заказываем через Cool Stuff. Заказывали, потому что сейчас, конечно, из-за курса валют, из-за стоимости доставки, это становится достаточно дорогим удовольствием, к сожалению. Если раньше у нас настольные игры стоили так дорого, что дешевле было реально возить игры из-за границы, заказывать их себе из-за рубежа и привозить, то теперь получается наоборот. Теперь получается дешевле, реально больше, ну, чаще всего дешевле купить у нас, даже с нашими гигантскими наценками, это все равно будет дешевле, чем небольшой заказ из-за рубежа, потому что курс валют сумасшедший, просто сумасшедший. Поэтому в последнее время я все чаще, наверное, беру у нас. Увлекаюсь ли я разведением муравьев? Нет, разведением муравьев я не увлекаюсь, никогда не пробовал. Постоянно мелькает в чате вопрос, все игры твои и сколько стоят? Ну, да, все игры мои, ну, то есть как наши, скажем так, да, мои там, мои с Леной и мои с семьей, скажем так, все игры, купленные нами, подаренные, отданные на обзоры, приобретенные, не знаю, обмененные. В общем-то, я тоже меняюсь играми иногда. Если есть какая-то игра, которая мне не очень понравилась, а кому-то ее хочется, я иногда меняюсь там с друзьями, со знакомыми.
на игры, которые мне были бы интересны. Но тут как раз был вопрос, который мне писали предварительно до трансляции. Вопрос звучит следующим образом. Где скачивал принт для обоев с коробками игр, которые у тебя висит за спиной? Отличный принт, на самом деле. А что больше всего мне нравится, он полностью трехмерный. То есть, смотрите, здесь настоящая глубина. А еще он не просто как бы трехмерный, этот принт, а он вообще еще полностью интерактивный. То есть из этого принта можно доставать часть картинки, как будто это реальные коробки. Ну, конечно же, на самом деле это принт. Ребят, все игры на полках настоящие. На самом деле, даже мне, честно говоря, странно, что был такой вопрос. Но вот, тем не менее, считают, что это все муляж, это все картинки. Я тоже не настоящий, на самом деле. У меня палка засунута снизу, и там сидит кукловод, который заставляет меня дрыгаться и открывать рот. На самом деле, да, там еще чревовещатель тоже, он за меня разговаривает. Да, сэр? Да, господин! Вот, все в порядке. Так что мы продолжаем нашу трансляцию. И отвечу-ка я на какой-нибудь вопрос пока из бумажки. Рептилоид, пишут в чат. Нет, не рептилоид. Я всего лишь, как это называется там, марионетка. Вот, марионетка. Чревовещатель Лена? Может быть. Может быть, и Лена. Такс, вопрос. Вот у меня тут есть, я специально, как говорю, выписал себе несколько вопросов. Итак, давайте такой вопросик. Александр Филиппов спрашивает, какая игра на данный момент потребовала больше всего сил и времени в освоении правил? Отличный вопрос. Просто отличный. Вопрос больной, вопрос в точку, потому что действительно есть игры, которые легко и просто разбирать, которые легко и просто рассказывать, но есть игры, которые не так легко и не так просто даются. К сожалению, я куда-то отбросил. Я вот буквально до эфира, там, последние несколько минут до того, как я начал готовиться, я снимал для Игроведа обзор настольной игры под названием «Льюис и Кларк». Вот, есть настольная игра под названием «Льюис и Кларк», и есть еще игра под названием «Discoveries». Они, в общем-то, в одной серии, они очень похоже оформлены, об одном и том же. Это такая евростратегия о колонизации, об исследовании Америки, скорее даже не о колонизации, а об исследовании. Вот это, ребята, какой-то ад. Правила написаны настолько плохо, что в одной, что в другой, причем в оригинале. Там очень много каких-то примеров, они очень размазанные, они очень плохо структурированы. Причем игра-то по факту достаточно простая, что одна, что другая. Discoveries — это игра на кубиках, где нужно набирать правильные комбинации. А Льюис и Кларк — это игра на планировании. У тебя есть карты, где тебе нужно тоже выстраивать правильную последовательность действий для того, чтобы твоя экспедиция постоянно двигалась вперед. А если ты рассчитываешь все плохо и неправильно выполняешь действия, твоя экспедиция начинает, наоборот, идти назад, если ты перебарщиваешь. В общем, играть таким людям, как я, в такие игры просто противопоказано. Ох, поэтому вот, наверное, Льюис и Кларк и Discoveries — это самые сложные игры в освоении правил, которые я знаю. Еще мне, кстати, очень сложно давался поначалу Eclipse. А! Меня спрашивают, я так и не дорассказал о карьере в среде настольных игр. А что рассказывать? Вот пришел я в 2010 году, как я уже сказал, демонстратором в компанию тогда еще Hobby Games. Тогда еще не существовало Hobby World. Было издательство Smart, было издательство Мир Фэнтези, которое занималось MTG и Berserk, Magic the Gathering. А потом они объединились, уже став компанией Hobby World, которую вы знаете сейчас с издательством. А тогда еще они существовали отдельно, и вот в магазине, от магазинов Hobby Games я был демонстратором на игротеках, я рассказывал правила, собственно, настольных игр людям, которые приходили поиграть,
И у меня, в общем-то, это неплохо получалось. Настолько неплохо, что я решил взять и сделать видеоблог, чтобы я мог, по сути, заниматься тем же самым, рассказывать... Ага, говорят, когда я головой двигаю, звук барахлит. Постараюсь головой не двигать. Окей. На самом деле, дело в том, что я говорю вот в этот микрофон, и, вероятно, когда я как-то ближе, дальше к нему, от него, звук меняется. Попытаюсь, короче, сидеть, не шевелиться, чтобы звук был равномерный. Главное, чтобы он был в порядке. Вот. Почему мне еще не надоели настольные игры, спрашивает меня Анзор Н. Это очень хороший вопрос. Ну, я не могу сказать однозначно, что они мне не надоели, так же, как я не могу сказать, что настольные игры мне надоели. А настольные игры — это круто. Я с большим удовольствием в них играю до сих пор. Походу, что-то с проводом, говорят. Ух ты. Даже так. То есть бывает... А что, так бывает? Ну, может быть, и с проводом. Не знаю. Я пытаюсь сейчас тоже путать провод. Надеюсь, что все-таки станет получше. А, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Как? Господи, хватит спрашивать, как я отношусь к Манечкину. Я, по-моему, говорю об этом постоянно. Постоянно говорю о том, что Манечкин мне лично не нравится. Я считаю его плохой игрой. Не отвлекайся, звук приемлемый. Хорошо. Прямые руки мне в помощь. Да, прямых рук мне очень не хватает, на самом деле. Если бы был человек, который разбирается в технической части, мне было бы гораздо легче и приятнее вообще, в принципе. Не только с трансляцией, но и со съемкой, и с монтажом. Потому что видеомонтаж и видеосъемка — это те вещи, которые мне сложновато воспринимать, сложновато делать. То есть, ну, в принципе, у меня оно получается, да, я могу монтировать, могу снимать, но мне это сложно, мне это неудобно, мне это не очень нравится, и это чертовски много времени отнимает. В идеале я, конечно, мечтал бы быть ведущим, быть экспертом, назовем это так, высказывать свое мнение, писать сценарии, рассказывать о настольных играх. И я бы делал это с огромным удовольствием гораздо чаще, если бы мне не приходилось так много времени тратить на техническую составляющую. Тратить время свое на то, чтобы снимать, на то, чтобы монтировать и заниматься, в общем-то, своим нелюбимым делом для того, чтобы в том числе мои видео могли выходить на YouTube. Пока, к сожалению, я не могу найти человека, который бы взялся помочь мне в съемке, помочь мне в монтаже. Но если бы такой человек нашелся, я думаю, что производительность бы сильно увеличилась. Отличный вопрос. А сколько еще будешь делать обзоры? Не знаю, сколько я буду еще делать обзоры. Пока мне хватает сил не бросить это дело и продолжать снимать и монтировать буду, а потом не знаю. Ну, на самом деле это все непросто, конечно, как вы понимаете. Сделать обзор — это не такое простое дело, как кажется многим. На это действительно уходит много времени, много сил, и на один обзор у меня тратится примерно 2 целиковых рабочих дня. То есть с утра до вечера я ничем больше не занимаюсь, кроме того, что делаю обзор для вас. Но пока, в общем-то, мне это нравится, и самое главное, я получаю связь с вами, я получаю ваши отзывы и понимаю, что я все делаю не зря. Какая самая крутая игра для небольшой компании? Робинзон Крузо, Зомбицид, Ужас Аркхема, Цивилизация. Мне надо из этих четырех выбрать самую крутую игру для небольшой компании.
Точно не цивилизация, на мой взгляд. Точно не Робинзон Крузо. А дальше все зависит от того, что вам больше нравится, чего вам больше хочется. Если вам больше хочется сюжетного, интересного, глубокого приключения, между Зомбицидом и Ужасом Аркема, я, естественно, выберу Ужас Аркема. Если вы хотите побросать кубики, потупить в стол, поржать над забавными ситуациями и ненапряжно для головного мозга провести свой вечер, играйте в Зомбицид. Но вообще я не скажу, что я большой любитель этой игры. На мой взгляд, она достаточно простая и примитивная. Опиши постадийно, как ты делаешь обзор, пишет Александр Кукушкин. Ну, все очень просто и одновременно с этим очень сложно. Для начала, первым делом, для того, чтобы сделать обзор, нужно написать сценарий. Ну, в моем случае. Я пишу сценарий всегда для себя, чтобы ничего не упустить, чтобы рассказ был максимально содержательным, максимально емким и последовательным, чтобы не было никаких «э-бэ-ме-э», как вот, например, я на трансляции могу запнуться, заткнуться и сильно как-то затупить, не знать, что сказать. Поэтому я пишу всегда себе сценарий для видеообзоров. На это, естественно, уходит прилично времени, потому что нужно, во-первых, хорошо знать игру. Естественно, ты не сядешь писать сценарий, пока ты не изучил правила, пока ты не сыграл как минимум парочку партий. Собственно, в процессе написания сценария ты еще раз смотришь в правила, ты еще раз их повторяешь для себя, ты их перефразируешь, добавляешь от себя какие-то там свои мнения по конкретной каждой там ситуации, когда ты считаешь нужным вставить свое мнение, какие-то шутки, там, приколы и так далее. В общем, первый этап создания обзора, ну, даже так, нет, первый этап, естественно, это ознакомление с игрой, это изучение ее правил. Второй этап — это написание сценария. После того, как сценарий написан, я вместе с ним запираюсь вот в этой комнате и снимаю себя, говорящего на камеру. Все фразы, которые я говорю от себя, я обычно как бы просто проговариваю на камеру. Весь остальной текст, который в дальнейшем будет перекрыт видео, я читаю с листочка, чтобы не тратить свое время, чтобы, опять же, не запинаться, чтобы все было структурировано. Как только я записал это все, на это уходит где-то, ну, около получаса уходит на съемку. Только вот на запись текста сценария начинается съемка компонентов на столе. Это достаточно трудоемкий процесс, который, в общем-то, может тянуться несколько часов, а иногда вплоть там до целого дня у меня уходит просто на съемку компонентов на столе. Включаются несколько осветителей, то есть тоже надо двигать свет. Частенько приходится двигать свет под каждый план, то есть под каждый ракурс камеры, которую я ставлю на столе. Естественно, приходится там постоянно перекладывать компоненты, двигать камеру. В отличие от многих обзорщиков, которые снимают видео там с одного-двух ракурсов, я стараюсь все-таки делать более предметную съемку. Это третий этап – съемка компонентов. И, собственно, когда все компоненты уже сняты, я сбрасываю все-все видео на компьютер, я их отсматриваю, и я сажусь монтировать. Добавляю какую-то графику, добавляю какие-то видео, добавляю музыку. Кстати, очень много времени частенько действительно уходит на выбор музыки, потому что найти бесплатную музыку в интернете, которую можно использовать, не платя автору, не так просто. А за авторскими правами YouTube следит достаточно пристально, и не хочется получить себе страйк за использование видео. Тьфу, видео. Ну, и видео в том числе, в общем-то. Видеофрагментов, аудиофрагментов. Это все очень непросто. Ну, и монтаж, на самом деле, это самая долгая часть работы над видео, которая может занимать как минимум рабочий день, а иногда и больше. То есть, как я уже сказал, создание одного ролика редко, когда у меня занимает меньше двух рабочих дней. Чаще это ближе к трем, иногда дольше, иногда действительно гораздо дольше приходится работать для того, чтобы сделать всего лишь одно видео коротенькое, там вот в рамках, в пределах 10 минут.
Поэтому, собственно, видео выходит не так часто, как мне даже самому того хотелось бы. И мне, конечно, очень везет, что я работаю не на графике, то есть там не 5 через 2, а я работаю в свободном графике, который означает по факту, что я работаю 24/7, потому что выходных у меня практически нет. Мелькает в чатике постоянно вопрос, а зачем ты тогда вообще делаешь обзоры, если это настолько сложно, если это настолько трудоемко? Зачем? Это очень сложный вопрос для меня в том числе. Я не могу однозначно сказать, зачем. Может быть, потому что мне это нравится. Может быть, потому что я получаю фидбэк. Я получаю от вас обратную связь. Мне хочется, да, ну, не то, что как бы это глупо там сказать, что хочется быть популярным. Ну, может быть, конечно, отчасти мне хочется быть популярным, но мне просто хочется общаться с людьми, мне хочется слышать ваш фидбэк, мне хочется понимать, что мои видео делаются не зря, и пока я вижу это в комментариях и вижу это в ваших отзывах, это помогает мне, в общем-то, двигаться дальше и продолжать это делать. Там же спрашивали, приносит ли это деньги, тоже в чате я краем глаза всегда гляжу туда, что там происходит. Приносит, но, как правило, это такие маленькие суммы, что это просто смешно. Ну, я вот до того, как заниматься видеоблогингом, я работал на телевидении на монтаже. Тот уровень и тот объем работы, который я делаю для видеоблога, если бы его просили, ну, то есть если бы его нужно было оплачивать, обзоры стоили бы космических денег, потому что это действительно очень много труда. Какие-то копейки, да, ролики приносят. То есть сейчас при текущем уровне у меня 30 тысяч подписчиков почти на YouTube, я получаю где-то в районе $20 в месяц рекламы. Время от времени я делаю, ну, время от времени я снимаю видео, и авторы игр или издательства, которые представляют эту игру, тоже платят мне деньги для того, чтобы, например, это видео вышло побыстрее. Или для того, чтобы обратить мое внимание на какую-то игру, которую я не видел. При этом я никогда не снимаю обзор на игру, которая мне совсем не нравится. Несколько раз я действительно отказывался, мне присылали коробки, и я как бы максимально вежливо, максимально толерантно писал тому, кто это делал, что, ребята, мне ваша игра не понравилась потому-то, потому-то, потому-то. И я обычно всегда предлагаю два варианта. Либо я снимаю обзор максимально честный и говорю об игре все, что я думаю, так, как есть. Конечно, я там не стараюсь специально игру загнобить, как-то заругать, но, тем не менее, я высказываю свое мнение. И если у игры есть недостатки, о которых я считаю нужным сказать, я это обязательно делаю. То есть вот я говорю тому, кто прислал игру, что либо я снимаю честный обзор, но учтите, что я скажу вот об этом, вот об этом, вот об этом, либо я обзор не снимаю. Бывает по-разному. Некоторые соглашаются, некоторые отказываются, то есть говорят, нет, спасибо, тогда нам негативный обзор не нужен. Чаще всего, конечно, это зависит от крупности. Но тут я не буду называть никаких имен, никаких названий, чтобы не портить отношения лишний раз с авторами и издателями, но у всех, естественно, разные на этот счет мнения. Вот так. Если я видел вопрос в чатике, пока отвечал, есть ли у меня за спиной на полках игра, которая мне не нравится? Конечно, есть, господи. А, нет, я выкинул Манчкина, его там больше нет. Я снимал небольшой кусочек видео, там был один момент, и мне нужно было показать пару компонентов Манчкина. А вот я достал с полки и не вернул обратно, поэтому у меня нет за спиной теперь игры, которые мне совсем не нравятся. Ура! Что я думаю о настольной игре по Dark Souls, которая стартовала на Кикстартере?
Я думаю, что это будет круто, как минимум. Нет, не так. Я надеюсь, что это будет круто, потому что была уже одна игра, которую я дичайше ждал долго. Это, естественно, настольная игра по XCOM. Я вообще большой фанат компьютерной серии XCOM. С огромным удовольствием в нее играю. Вот. Но, к сожалению, настольная игра по XCOM получилась очень не очень. Прям очень не очень. И это было очень большое разочарование для меня, поэтому я теперь с большой осторожностью жду игры, но я бы с удовольствием поиграл в настольный Dark Souls. Мне кажется, что если это будет настолько же хардкорно, насколько и компьютерная версия, это может получиться очень круто. Это такие Dungeon Quest, только не знаю, более серьезный. Где Dungeon Quest? Вот, Dungeon Quest, только более серьезный, мрачный. Не знаю, мне кажется, это может получиться очень здорово. Но, честно говоря, я пока себе слабо представляю, как можно перенести нормально Dark Souls на рельсы настольной игры. Вот. Не знаю. Ей, меня начинают дизлайкать за Манчкин. Какое счастье. Так. Назови настолку, по которой ты хотел бы увидеть фильм. Вот это хороший вопрос. Снимите фильм по... Нет, это должен быть какой-то супер абстракт. Во, я хочу увидеть фильм... Блин, Тетрис не настолка. Нужна какая-то, короче, супер абстрактная игра. Коридор. Во. Снимите фильм по настольной игре «Коридор». Попытайтесь это сделать, я посмотрю, как у вас получится. Мне было бы очень интересно посмотреть. На самом деле, настольные игры редко бывают такими уж атмосферными и глубокими, да, как там компьютерные те же, чтобы по ним можно было снимать фильмы, как вот, например, скоро выходит Warcraft, я очень жду, Assassin's Creed я очень жду, с большим удовольствием пойду в кино посмотреть. Фильм по Дженге был бы крут, пишут парни из твоей игровой. Да, было бы действительно круто. Причем не про игроков, а фильм по Дженге, в который главным героем был бы один брусок Дженги. И это был бы такой очень серьезный психологический триллер с элементом хоррора. То есть, представляешь, ты один брусок в пачке таких же брусков, как ты. И тут внезапно гигантские руки начинают вытаскивать твоих друзей из этого большого бревна и перекидывать наверх. И все твои друзья постепенно начинают пропадать вокруг. И ты понимаешь, что вот эта башня, в которой вы все существовали, она еще и начинает шататься и рушиться, и ты должен, ты последний брусок Дженги, ты должен держать эту башню на своих плечах, и черт, я бы посмотрел этот фильм, это надо снять, надо пойти и снять такой фильм. Черт возьми, это прекрасно. Давайте я отвечу на какой-нибудь вопрос из листочка, а то я их как-то игнорю немножко. И вот, Тима Штарев пишет. Привет, кстати, Тима, если ты нас смотришь. Я видел, по-моему, тебя краем глаза в чатике. Это человек, который очень давно следит за моим творчеством. Передаю ему большой привет. И вообще привет всем из Беларуси. Я знаю, что Тима из города Гродно. Всем, кстати, вообще всем привет сразу. Привет. Кстати, кто нас смотрит, не знаю, не только из России же наверняка. Есть ребята из Украины, есть ребята из Беларуси, из Грузии. Мне писали ребята. Есть ребята из Азербайджана. Не знаю, интересно, сколько у нас народа из других стран сегодня здесь. Всем большой привет. Здорово, что вы с нами. Я отвечаю на вопрос Тимы. Есть две игры. Одна со слабой механикой на любимую тему, вторая шедевральная, но про манчкинов. В какую сыграешь сам и какую подаришь другу? Это на самом деле хороший вопрос. Скорее всего, я переживу манчкинов в таком случае. У меня есть такие прецеденты. Переживу Манчкина. Если игра будет действительно шедеврально, мне не так важен будет сеттинг. Но есть игры, которые я в любом случае
С большим удовольствием играю, смотрю и рассказываю, в общем-то, тоже о них, если мне нравится антураж. Такое бывает тоже. Что я ищу в настольных играх? Какая игра может зваться хорошей, а какая плохой? Это вот продолжение вопроса и окончание вопроса от Тимы. А я еще, кстати, вижу Леру в чате. Лера, тебе тоже большой-большой привет. Рад, что вы нас смотрите. Что я ищу в настольных играх? И какая игра может зваться хорошей, а какая плохой? Тоже, кстати, в чате частенько спрашивали меня уже сегодня, какие игры лично мне нравятся. Лично я люблю игры с... Первое, давайте вот прям будем загибать пальцы. Первое, чтобы она была атмосферная. Я не большой любитель абстрактов. Я больше люблю игры с конкретным сеттингом. Чем он атмосфернее, чем он интереснее, тем мне нравится больше. Будь это игра про пиратов, она может быть тоже там абсолютно абстрактной, про кораблики, которые плавают где-нибудь в каком-то непонятном море. А может быть игра про конкретных пиратов там какого-нибудь Карибского моря с обозначенными персонажами, с обозначенными местами. Ты просто вот, читая правила, ты уже погружаешься. Вот первое, что я люблю в настольных играх, это атмосферу и антураж. Это то, что должно быть обязательно. Второе. Это не должно быть сложное, большое, зубодробительное евро. Я очень не люблю, когда в игре очень-очень много неочевидных вариантов доступно сразу. То есть какая-то большая стратегия, в которой, не знаю, тебе надо выбрать один из 30 вариантов действия в начале своего хода. Мне не нравится такой вариант. Мне гораздо больше нравится, когда вариантов чуть меньше. То есть я не люблю разрываться. Или когда все действия достаточно очевидны. Увы и ах. Вот это мне тоже не нравится. Значит, второе, это не должно быть слишком вариативно. То есть перевариативно. Но вариативность в любом случае должна быть. Третье. В игре должен присутствовать элемент рандома. Ну, нет, я как бы люблю игры без рандома тоже. Но если элемент рандома присутствует, этот рандом должен быть контролируемым. То есть я не просто кидаю кубик и смотрю, что мне выпало, а я кидаю кубик, но при этом я могу его перебросить, я могу потратить какой-то ресурс для того, чтобы изменить значение на нем, прибавить единицу, вычесть единицу, перевернуть кубик другой стороной, сохранить несколько кубиков себе на следующие броски и так далее, и так далее. Если в игре есть рандом, он должен быть контролируем. Вот, наверное, три основных параметра для игр, которые мне нравятся. Чтобы игра была атмосферной, чтобы игра была не переусложненной, и чтобы рандом в игре был контролируемым. Вот, наверное, это самое важное, что мне нравится в настольных играх. При этом, кстати, я очень-очень сильно люблю кооперативки и очень-очень сильно люблю игры с предателем. Поэтому, например, мне очень нравится «Мертвый сезон». Мне очень нравится «Battlestar Galactica». Мне очень нравится тот же самый «Спартак». Вот игры с высоким социальным элементом, где нужно много общаться, и это не просто прикручено для галки, да, а это действительно является важным моментом. Мне кажется, что это важно. Жульничаю ли я в игре? Стараюсь не жульничать, но иногда бывает, вот знаете, так это прям подмывает, типа там вот лежат ресурсики, да, и ты такой думаешь, тебе надо взять 4 ресурса, а тебе так надо 5, вот прям сейчас вот надо 5, а никто не смотрит, вот лежит пачка ресурсов, возьми аккуратненько 5, все же будет нормально, ты же будешь лучше, вот иногда такие моменты меня точат, но я стараюсь, конечно, держать себя в руках, меня всегда это грызет. То есть я целенаправленно я никогда не жульничаю. Но иногда прям подмывает, и буду честен, пару раз я, конечно, поддавался на такие моменты и жульничал, но не так, чтобы прям сильно, ну, то есть там подкладывал себе какую-нибудь монеточку и так далее. Бывало. Популярность настолок падает. Что ты об этом думаешь? Пишет человек с ником «Баскетбольный мяч» в чат. Я уже тоже не первый раз вижу в чатике проскакивает этот вопрос. На самом деле я не знаю, что по этому поводу думать. Я не сказал бы, что популярность настольных игр падает.
На мой взгляд, наоборот, все больше и больше людей начинают играть на столке. И если там несколько лет назад, когда я говорил, ребята, давайте пойдем поиграем на столке, мне говорили, что в монополию играть, это фигня какая-то, вообще неинтересно, нифига. То сейчас люди, в том числе не из моего близкого окружения, они уже более-менее имеют представление о том, что такое настольные игры, о том, что это целый пласт, о том, что много чего существует, много чего интересного есть. И мне кажется, что популярность настолок вряд ли падает. Ну, по крайней мере, на мой взгляд. Есть ли настолки с режимом одиночной игры? Есть, конечно, и есть не просто настолки с режимом одиночной игры, а есть вообще настолки строго на одного. Яркий пример – игра под названием, по-моему, она называлась «Пятница». Ну, то есть это вот сеттинг Робинзона Круза, сеттинг «Пятницы», и игра о том, что... Ты, в общем-то, в этой игре представляешь собой пятницу, того самого дикаря, которому как снег на голову свалился этот чертов Робинзон из цивилизации, который нифига не умеет выживать на острове, а тебе надо ему как каким-то образом помогать. Это целиком карточная игра, и очень прикольная, очень забавная, очень сложная, но вот она четко на одного игрока. Там какой-то взрыв случился по поводу пятницы. Пятница завтра, ребят. Товарищи Фил и Денис, пятница завтра. У вас, вам еще целый день работать. Все у вас еще впереди. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чат прям просто поскакал сразу вопросами, как только я замолчал. У тебя столько игр на полках, неужели они просто лежат без дела или каким-либо образом работают? Ну, работают время от времени, но не так уж часто, как хотелось бы, в том числе. Потому что много игр через меня проходит в месяц примерно... Но игр, наверное, 15-20 точно я разбираю каждый месяц новых, в которые я раньше не играл, но приходится так или иначе знакомиться с новинками, поэтому игры, которые лежат у меня на полках, действительно, чаще всего играются там, ну, максимум 2-3 партии. Потом они ложатся на полку и достаются только как тогда, когда ты хочешь в них поиграть. Причем это бывает абсолютно спонтанно. То есть, казалось бы, я там вот 100 лет не играл во что-то там. Ну, например, вот давайте прям посмотрим на полку. Я не играл очень-очень давно. Ну, вот в Quarriors я не играл. Но, кстати, в Quarriors мне не очень хочется, потому что у меня теперь есть Marvel Dice Master, мне удалось урвать себе кубическую игрушку по Marvel. А, во, отличный пример. В Ангела Смерти, который карточный Space Hulk, я не играл с 2010 года, когда у меня появилась коробка. Мы достаточно много в него играли, нам очень нравился, было прикольно. А потом, буквально в этом году мне очень захотелось в него сыграть, и вот... достали, разложили, так что время от времени, то есть возникает какое-то спонтанное желание, такое из разряда воспоминаний, типа, а вот помните, там несколько лет назад мы играли в настольную «Игру престолов», это было так круто, и ты такой, о, блин, давайте сыграем, соберемся. Игр действительно очень много, во все играть физически не успеваешь. Увы и ах. Увы и ах. Как я отношусь к играм по сюжетам города Лавкрафта. Я думаю, что ни для кого не секрет. Я их обожаю, играю в них с огромным удовольствием. Вам спойлер маленький. Ждите завтра обзор на игру по вселенной Говарда Лавкрафта, который будет достаточно такой критический. Вот маленький спойлер. Завтра на канале ждите новый обзор. Давайте отвечу на что-нибудь с бумажки, чтобы все успеть. Adhab Hazard 1. Я прочитал этот ник, наверное, неправильно, но тем не менее. Вопрос разве что по компьютерным симуляторам настольного стола, но ты уже отвечал, что это будет в отдельном видео. А, ну да, вот он и вопрос, собственно.
Да, я планирую сделать действительно отдельное видео о компьютерных симуляторах настольных игр. Думаю сделать какое-то общее видео, в котором рассказать о тейблтоп-симуляторе, в котором рассказать о тейблтопе, в котором рассказать о сайте Board Game Arena. Отличная, кстати, площадка, на которой можно абсолютно бесплатно поиграть тоже в настолки онлайн. На мой взгляд, сразу скажу, это не очень то, что надо, да, говоря простым языком. Все-таки настольные игры, они для того и настольные, чтобы играть в них в реале. Но, тем не менее, бывает такое, что люди в разных городах, люди в разных даже странах хотят поиграть вместе в любимую настолку. И в таких случаях, да. Но, тем не менее, мне кажется, что как бы на компьютере лучше играть в компьютерные игры все-таки, а в настольные игры играть на столе. Все-таки на то они и настольные. Но, тем не менее, вот собираюсь сделать видео на эту тему. Также вот к вопросам о играх для двух игроков. Я тоже хочу сделать подборку лучших, на мой взгляд, видео для двух игроков, то есть лучших дуэльных игр. Я хочу сделать видео об играх, которые я бы рекомендовал для начала, с которых я бы рекомендовал начать погружаться в мир настольных игр. И это будет не какая-нибудь там фигня типа Свинтуса и Уна, как писали мне в комментариях, когда я об этом как-то раз сказал. Очень обидно, кстати, что такого мнения вы обо мне, что я новичкам буду рекомендовать играть в Свинтус. Не надо! Надо играть во что-нибудь нормальное. Вот в «Повелителя Токио» играйте с новичками, будет вот так. Давайте отвечу сейчас на какой-нибудь вопросик из чата и сделаю сейчас такую небольшую паузу для того, чтобы я успел это сказать, потому что я-то говорю, у нас тут задержка где-то несколько секунд. Сейчас как бабах. «Ответь, играл ли ты в покер?» — пишет кто-то капслоком. «Нет, не играл, отвечаю». Никогда не играл в покер, кстати. Вообще ни разу в жизни не играл в покер. Хочу попробовать, но вот пока ни разу не довелось. Зато играл в настольный маджонг. Очень странная штука. Очень странная. Но тем не менее. Хотел бы видеть настолку по Варкрафту. Как бы она выглядела? Так их было уже, по-моему, 2 или 3 штуки. Их было 2. Была одна карточная игра, которая, к сожалению, закрылась. И, в общем-то, были неплохие приключенческие игры по Варкрафту, но, к сожалению, сняли их с производства. Так же, как и очень неплохую игру по Старкрафту. Была потрясающая настолка по Старкрафту. Она валяется у меня за полкой и лежит в пакете. У нее была гигантская коробка, вот такая. Большая прямоугольная коробка. Даже, по-моему, больше, чем коробки Кемет и Киклад. Большущая коробка, как коробка Эклипса, короче. С кучей миник, с кучей каких-то жетончиков компонентов, но я ее покупал с рук, и человек, который мне ее продавал, оказался не очень добросовестным, и, в общем, несколько миник там было сломано, нескольких миник вообще не было, но так как я не мог тогда физически отсмотреть и проверить всю комплектность, то есть, а ее еще поди проверь, там куча-куча компонентов, сотни. И очень обидно. Но мне повезло там через друзей, через знакомых. Кстати, большое спасибо тогда еще Hobby Games. Мне помогли достать компоненты недостающие. Поэтому StarCraft 2 у меня комплектный, но так как коробка была целиком практически убитая, а он у меня живет в пакете. Так что вот самая уникальная и необычная упаковка настольной игры, которая у меня есть, это пакет. StarCraft живет в пакете. Меня постоянно спрашивают, как я отношусь к классике «Четырем столбам». Играешь сейчас? Я не понимаю вопроса. Может быть, «Четыре столба» — это какая-то древняя настольная игра, которую меня хотят спросить, или что? Я вот не совсем понимаю, переформулируйте вопрос. Может, я дурачок, просто не понимаю, но не понимаю ваш вопрос. Так, о, тут большой длинный вопрос от человека. Ответь, пожалуйста, 40 минут пишу, как ты относишься к классике «Четырем столбам». Да только что ответил. Я не понимаю ваш вопрос, что такое «Четыре столба». Спрашивают меня, можно ли со мной поиграть с семьями. Если да, то где могу пригласить в гости?
теоретически, конечно, возможно, но практически у меня так много желающих поиграть с нами из близких друзей, что они периодически на нас обижаются, потому что мы их не зовем. Но очень сложно это все делать, когда игры на 4, на 5 человек, да, вот нас с женой двое, а добавить туда еще, там, не знаю, дополнительных людей всегда сложно. Поэтому там игра на 4 человека, приглашаешь двух друзей и там, не знаю, с ними вчетвером играешь, а потом люди обижаются, что их не зовут. То есть, ну, желающих поиграть очень много, в настолки влезает очень мало. Увы и ах. Сойеров! Кирилл Сойеров пришел к нам на трансляцию. Привет тебе большой, Кирилл. Ро, очень рад тебя видеть. Кирилл спрашивает, что делать, если перестал нравиться Манчкин? Кирилл, играй в эпичные схватки боевых магов. Я, кстати, не знаю, ты успел поиграть? Мне кажется, да. Она должна тебе понравиться. Так, господи, к сожалению, в чатике... Братишка, заметь меня, плиз, симпай! Какая любимая игра по Лавкрафту, какое его любимое произведение? Как считаешь, переоценен ли Forbidden Lore к древнему ужасу? Я не считаю, что он переоценен, я считаю, что это просто выпиленный кусок оригинальной игры, который решили продать отдельно. Вот так вот нагло, подло, как DLC компьютерным играм. Просто из готовой целой игры отпилили часть, и решили продать нам его отдельно. А мы покупаем и радуемся. Вот такие вот мы недалекие настольщики. А этим пользуются издатели и продают нам такие вот дополнения, к сожалению. Эх, расстроился я. Какая любимая игра по Лавкрафту, какое ее любимое произведение? Любимое произведение, наверное, «Тень над Инсмутом», а любимая игра «Mansions of Madness». Где она родимая? Mansions... Вот же, господи, я смотрю в книгу и вижу фигу. Mansions of Madness, любимая моя настольная игра по Лавкрафту. Люблю древний ужас. Раньше любил ужас Аркхема, сейчас не люблю. Сейчас вместо ужаса Аркхема люблю древний ужас. Вместо Mansions of Madness не люблю ничего. Как любил, так и люблю, никуда не дену. Потрясающая игра. Потрясающая игра. Есть ли настольные игры про Первую мировую? Есть. Совсем недавно во что-то я такое играл, не помню, как называется, было скучно. Поэтому не запомнил. Есть ли какие-нибудь новости об игре «Амбиции космоса»? Есть новости об игре «Амбиции космоса». Игра допиливается, игра пытается все добиться до стадии производства. Ребята ее не закинули, ребята ее допиливают. Получается все круче и круче. Я очень жду. Должно быть классно. То есть большая космическая стратегия от отечественных авторов. Это будет прорыв. Хочу. Где обзор на Mansions of Madness? Тогда спрашивают меня. А вот у нас есть голосование на канале на игру по выбору зрителей. Вот идите и голосуйте. На самом деле, обзор на Mansions of Madness лично я никак не дойду сделать, потому что очень-очень много это времени займет. Реально. Очень много. Побольше бы таких трансляций. Спасибо. Еще бы нам, на самом деле, получше это все технически подстроить, чтобы не было проблем со звуком, чтобы не было проблем с картинкой, но, к сожалению, вот у меня просто банально не хватает рук это все настроить, потому что я не шибко хорошо в этом разбираюсь, к сожалению. Вот, наверное... Ну, надо как-то найти человека, который бы мне посоветовал и помог, потому что я реально не понимаю, что происходит с ним, почему он скачет. Все возможные настройки я посмотрел, но это мне не помогает. Где моя настолка? Еще в том году про нее говорил. Она, в общем-то, моя настолка все так же... Звучит. А, вот, кстати, мне пишут Adobe Audacity, и даже этот микрофон заиграет хорошо. Спасибо. Я пишу себе на листочек.
Обязательно попробую на досуге, потренируюсь, и я думаю, что все получится хорошо. На самом деле у меня... А, Adobe Audition, да, Audition знаю. Вообще с этим микрофоном у меня никогда проблем не было, но вот почему-то именно сейчас на трансляции то ли у него провод где-то пережимается, то ли еще что, не знаю. Я-то себя не слышу в реальном времени, к сожалению, потому что у нас идут задержки, но... Увы, ах. Что с проектом D4? Проект D4 сейчас находится... в стадии перерождения своего. Мы ищем возможность делать лучше, делать больше, делать качественнее, но все упирается в самую банальную вещь, которая только может быть на Земле. У нас нет тупо возможности это все дело профинансировать из своего кармана. Потому что на хорошую съемку с нескольких камер, на монтаж там нескольких часов видеоматериалов уходит очень много времени и сил. Из нас профессионально никто этим заниматься не умеет. Обязательно будет пытаться что-то сделать, но тем не менее. В общем, проблема в том, что тупо нет финансирования под это дело. Мы пытались стучаться к разным издателям, пытались предлагать им рекламные моменты, пытались предлагать им какие-то этапы сотрудничества, но в этом они не очень заинтересованы. Оплатить из своего кармана для того, чтобы как бы... такой тяжелый и емкий проект тянуть каждый раз, пока нет возможности. Но, в общем, я думаю, что все получится, и мы не закидываем D4 в любом случае, мы будем над ним работать, и я думаю, что в ближайшее время будет пара интересных анонсов, потому что у нас есть несколько идей, как это все сделать. По теме. Есть ли смысл делать тебе обзор на те настолки, о которых давно как есть неплохие обзоры? А не по теме. Как вы относитесь к тому факту, что в интернете полно любителей поняшек? Про поняшек я буду молчать. А вот по теме отвечу. Есть ли смысл делать обзоры на настолки? Я всегда считал, что нет. То есть, почему, например, у меня на канале очень-очень давно, очень долго не было обзора того же самого ужаса Аркема, да? Потому что есть потрясающий, абсолютно шикарнейший обзор от LKI. Лучшие компьютерные игры журнал такой был, к сожалению. Вот. Я сам любитель поняшек? Нет, я как раз не любитель поняшек. Я скорее любитель комиксов, чем поняшек. Вот. Я лично считал, что обзоры делать на те игры, на которые и так уже наделана куча обзоров, не имеет смысла. Но моя аудитория постоянно меня в этом переубеждает. И постоянно говорит, что нет, мы хотим посмотреть обзоры именно от тебя, нет, мы хотим услышать именно твое мнение. Поэтому время от времени, да, я делаю обзоры на такие игры, но стараюсь с этим не перебарщивать. Постоянно мелькает в чатике вопрос, что по поводу моей настолки. Вот буквально завтра мы должны были встречаться с моим другом, по этому вопросу перенесли на понедельник. Настолка в процессе, но, как вы понимаете, как и все остальное в моей жизни, я хочу, чтобы все, что я делаю, было качественно, и все, что я делаю, было хорошо. Для того, чтобы сделать хорошо и качественно настолку, этим надо заниматься очень плотно, очень много и очень-очень четко. У меня банально нет ни времени, ни сил для того, чтобы делать это быстро. Поэтому это приходится делать постепенно, это приходится делать в свободное время, и игра сейчас очень плотно застряла на этапе тестирования, потому что ее надо возить, ее надо многим показывать, надо играть сотни партий для того, чтобы хорошенько ее оттестировать, отбалансировать и так далее. Но, увы, я просто физически не могу сейчас этого делать.
У нас был момент еще не очень приятный с художником, который нас кинул немножко, который начал уже отрисовку, но пропал. Поэтому игра забуксовала, но тем не менее вот подвижки есть. Мы встречаемся в ближайшее время и будем дальше двигаться. Так, как любитель комиксов, как мне новый Капитан Америка? А, новый Капитан Америка в смысле фильм? Фильм клевый. А вот в комиксах это я читаю Marvel достаточно часто. Я читаю его своевременно и актуально. Поэтому сейчас вот был очень показательный момент. По-моему, в аннуале «Последнего человека-муравья» была беседа с человеком-муравьем оригинальным, Пимом. Там был паренек. И Пим показывал фотки. То есть, вот, смотрите, классический состав «Мстителей», я с Тором, Халком, Капитаном Америкой, нам весело, нам круто. И на них смотрят и говорят: «Господи, что это за состав «Мстителей»? У них белый Капитан Америка и Тор мужик». Вот, в общем, все негодование от современных комиксов у меня в этом. «Черный Капитан Америка», «Джейн Фостер Тор», не знаю, что там еще у нас было. «Злодей Тони Старк», «Х-23 Росомаха». Новая Росомаха — это Х-23 в комиксах. Мне больно. Марвел, ты делаешь мне больно. Если ты видишь меня сейчас, Марвел, ты делаешь мне больно. Я всегда любил тебя, но мне больно. «Что с настолками по Марвел?» — пишет Blazrock ID. Я зарекся говорить сейчас что-то с настолками по Marvel, особенно вот от Hobby World. У меня это сейчас вот бурлит. Вот уже даже не вот здесь, это вот уже вот здесь. После Свинтуса по Мстителям и Заврикам по Человеку-пауку я держусь из последних сил, но я чувствую, что скоро у меня бомбанет, и я об этом уже расскажу так, что Hobby World на меня очень обидится и никогда больше не будет со мной работать. Но я держусь, Hobby World, я держусь. Я держусь из последних сил. Я съел Свинтуса по Мстителям, я съел Завриков Человека-паука. Не надо так больше, пожалуйста. Вот. Давайте отвлечемся на вопросы бумажки. Да, я вот выделил вопросик и так на него и не ответил. Когда-то... Очень крутой вопрос. Я хочу, чтобы вы все его прослушали. Я его обязательно зачитаю. Как-то в детстве отец своими руками на миллиметровке начертил мою первую настолку с разного рода ловушками, интересными условиями для совершения следующих ходов. А в конце был не финиш, а приз. Так вот, вопросы для трансляции. Был ли в детстве подобный случай, оставивший приятные воспоминания о настольных играх, или другая иная история? Насколько сейчас радость от настольных игр остается поистине яркой после того, как их обзоры превратились в работу? По поводу радости от настольных игр, по поводу восприятия, я уже сегодня говорил, а вот по поводу истории с детства, у меня была потрясающая... сделанная нашими с папой руками монополия, раскрашенная фломастерами, с деньгами, которые мы тоже разукрашивали сами карандашами, вырезали со всякими фишечками, карточками. Все постоянно ее как-то дорабатывали, улучшали, потому что монополию было достать сложно оригинальную, продавали всякие менеджеры и прочая фигня, отечественные подделки и подделки. А настоящей монополии не было, я видел ее один раз, вот как я ее запомнил, так мы ее и пытались воссоздать. А сам вообще в детстве я рисовал всякие вот киндвинь-бродилки, но мне всегда хотелось их усложнить, какие-то условия, какие-то элементы там прокачки, элементы добычи каких-то там квесты, опять же. То есть чтобы в этом киндвинь еще были какие-то задачки, дойти куда-то или так далее. Очень классно. Вот мне всегда очень нравилось самому это делать. У меня была целая тетрадка, даже не вот стандартная 12 листов, а общая тетрадка, в которой на каждом развороте я рисовал поля как-то там ручками, карандашом и так далее. Я придумывал всякие разные условия. Вот поэтому настольные игры, да, у меня как-то с детства со мной рука об руку. Спрашивают, как я отношусь к print and play. Настороженно.
Я отношусь к print and play хорошо, когда это редизайн, когда это переосмысление, когда это какие-то дополнительные улучшения или переделки игр, да, или что-то новое. А когда человек просто вместо того, чтобы купить игру, ее печатает просто и там, ну, короче, делает это исключительно для того, чтобы не платить деньги, я отношусь к этому, естественно, отрицательно. Потому что я сам как обозреватель понимаю, какой на самом деле это труд, да, и как автор, в том числе, делая настолку, я понимаю, какой это реально труд сделать настолку. И я считаю, что любой труд, в общем-то, так или иначе, должен оплачиваться. И люди, которые таким образом пиратят настолки, я отношусь к этому скорее, к этому явлению скорее негативно, потому что, в общем-то, я сам автор, и я понимаю, какой... Ну, вы поняли, в общем. Го обзор на колонизаторы. Не го. Зачем? Про колонизаторов и так все все знают. Про Каркасон и так все все знают. Зачем на него нужны обзоры? Вот ну нафига? Чтобы сказать, как я, ну, что я считаю. Может быть, когда-нибудь я сделаю такое видео, типа, в котором я расскажу мнение о такой, о классике настольных игр, да, с копом. Мне нравится Каркасон, но не нравятся колонизаторы, потому-то, ну, грубо говоря, это я сейчас вот так. Скачал PNP, поиграли, закатали, купил. Что плохого? Ничего плохого. Вот в таком ключе ничего плохого. Если вы скачали, поиграли, понравилось, купили, все круто. Но очень многие люди относятся к этому действительно как вот к такому способу спиратить игры. Они не покупают их в принципе, только печатают. Вот это, на мой взгляд, неправильно. А напечатать себе, чтобы попробовать, напечатать, не знаю, что-то, чтобы как-то добыть. Тьфу, добыть. Неважно, куда-то у меня мысль укатилась. Хороший ли у меня почерк? Нет, плохой почерк. Ужасный вообще. Я ненавижу свой почерк. Он кривой, он косой. Сейчас. Я даже, наверное, продемонстрирую. Вот примерно такой у меня почерк. Не знаю, как будет ли видно это на камеру. Но вот ужасный. Он молоком пишет, говорят мне. Конечно, я пишу молоком и кровью. А пью я исключительно эликсир вечной жизни. На самом деле я пью зеленый чай с манго, гринфилдовский, из пакетика. Он очень вкусный, он мне понравился. А, меня спрашивают, до какого числа будет голосование в двадцатке игр для обзора? Да, я об этом совершенно забыл сказать. Вообще, обычно я делаю голосование либо на неделю, либо на 10 дней. Я буду смотреть по активности голосующих. Как только я пойму, что она упала, если как бы она упадет быстро, то, наверное, через неделю как бы будет все. Если будет более-менее равномерно, то в течение 10 дней. Еще я как бы продлю на 10 дней, потом посмотрим, что там у нас, кто выйдет в лидеры, и буду разговаривать. Просят микрофон чуть поближе к лицу. Давайте я подвину, надеюсь, что таким образом будет лучше. Так, что лучше, метро прорыв или второе издание? Лучше купить что-нибудь другое, и не то, и не другое. Что можешь рассказать о настольной игре Descent? Могу рассказать, обзор есть на канале, посмотрите. Все там вроде достаточно понятно. Сколько еще будет идти стрим? Ну, я думаю, что минут 40, наверное, я еще выдержу. У меня уже голос немножко подсаживается, но я пью чаек, мне хорошо. Поэтому... Минут 40 высижу, если будет большой интерес, если всем все понравится, как бы, я думаю, что мы это дело повторим, потому что мне всегда в радость с вами пообщаться, если вам тоже интересно, так это только лучше. Я что-нибудь обязательно сделаю с микрофоном, обязательно, в следующий раз, чтобы все это было лучше. Так, как мне пробуждение древних богов, спрашивают меня, очень грустно, слишком-слишком много рандома, очень печально.
Буду ли я делать обзоры на варгеймы? Вряд ли, не собираюсь. Буду ли я снимать что-то еще с False Emperor, со Спейсменом? Я очень хочу что-нибудь еще снять. Я все жду, когда выйдет какая-нибудь клевая настолочка по Вархаммеру. Может быть, действительно, как-нибудь в того же самого Ангела Смерти с ним сыграю. Я как бы очень рад знакомству с Спейсом. Я в хороших с ним отношениях. Если, кстати, вдруг он смотрит, большой ему привет. Я думаю, что обязательно что-нибудь с ним еще вместе запилим, потому что это весело и круто всегда работать вместе. И можно тупой вопрос, не хочешь продолжить тему Ву? Нет, тему Ву я продолжать не хочу, во-первых, потому что Ву обязательно вернется. И я как бы не хочу как бы его хлеб отнимать. Я думаю, что ему будет самому приятно вернуться в эту среду. В ролевке я не так уж много играю, на самом деле, сам. Не так уж много для того, чтобы их адекватно вести. Тем не менее, в своей компании я иногда вожу ролевки, мы играем. Вот как раз-таки играем в ролевки по Лавкрафту в основном. Мы играем в Ктулу, в Трейл оф Ктулу играем, мы играем в Кол оф Ктулу. Так что Ву вернулся, да, но он пока не снимает. У него там проблемы, связанные с переездом в другой город, но он достаточно сложный у него. Поэтому он туда-сюда мотается, и он никак не остановится на одном месте, поэтому ему сложно со съемками. То есть он не может студию никуда не перевести, и он не так часто бывает дома для того, чтобы снимать на регулярной основе, поэтому он не снимает сейчас. Вот, а летсплеи, ну, я время от времени буду их делать, если у вас есть интерес, а вроде как показывает наши оценки, наши просмотры, что вам интересно. Я думаю, что, наверное, раз в месяцок я буду выпускать летсплеи на канале, раз вам это интересно. Мне не очень, честно говоря, но если вам нравится, то с удовольствием. Алексей, ты не против, если я попробую здесь собрать людей и поиграть в выходные, а то у нас постоянно игроков мало. Да пробуйте, конечно. Конечно, пробуйте. Спасибо за ответ про ролочки. Пожалуйста, задавайте еще вопросы, я с большим удовольствием на них отвечаю, но, к сожалению, сложновато и говорить, и смотреть в чатик одновременно, потому что я все-таки стараюсь как-то смотреть вам в глаза, то есть в камеру, а чат мимо меня пролетает. Как отношусь к дополнениям? Достает проблема, что к тому времени, как у тебя появляется дополнение, качество оригинала становится хуже, и карточку от дополнения оригинала легко отличить. Протекторы вам в помощь. Используйте протекторы, ваши карточки будут в идеальном состоянии все время. Я, кстати, не так много играю в протекторах, но, например, у меня в протекторах весь Legendary. У меня, кстати, есть весь Legendary, да, это игра, которую я собираю целиком, в которую я не так часто играю в последнее время, но, тем не менее. Твой игровой спрашивает, как давно я сам покупал настольную игру. В прошлом году я покупал X-Men Mutant Revolution, то есть в конце 2015 года я купил Mutant Revolution, я абсолютно не жалею об этой покупке. X-Men Mutant Revolution — это Спартак про Людей X. Это аналог Спартака, в котором 4 школы мутантов, школа Циклопа, школа Магнита, школа Грозы, школа Росомахи, они нанимают мутантов, и в отличие от Спартака, вместо гладиаторской арены, на которой каждый выставляет своих бойцов, там миссии. Миссии бывают разные. Миссии бывают кооперативные, где каждая школа выставляет своего бойца, и им нужно вместе пройти какую-то миссию, спасти заложников, победить босса и так далее. Бывает также арена, типа гладиаторских боев. И в отличие от Спартака, там есть бои не только один на один. Но, например, командные бои или бои каждый сам за себя.
Это очень прикольно, это очень весело. Вот. Так что X-Men Mutant Revolution — это такой хороший Спартак для меня. Я с большим удовольствием в него играю, чем, собственно, в Спартак теперь. Несколько раз в чате спрашивали, знаю ли я какие-то новости по игре Сон. К сожалению, ребята, со сном все не очень. Авторы расстались, развалились, они больше не сотрудничают, у них сложные отношения друг с другом, они собирались судиться, надеюсь, что этого не, там, ну, до этого не дошло. Но, к сожалению, Сон канул в лету, потому что разногласия между авторами не позволили его сделать. Вот, кстати, очень страшный момент, который я всегда боюсь, когда работаешь с кем-то. Поэтому очень-очень опасный момент, когда ты делаешь что-то вместе с кем-то, и по тем или иным причинам возникают разногласия, от этого всегда страдает проект. Это очень плохо. Увы, ях. Но как тебе Берсерк Герои? Тоже постоянно спрашивают. Ребята, ну я же отвечал уже, я же даже обзор делал на эту игру. Что значит, в новом Берсе нет классов? В новом Берсе есть расы, и в новом Берсе есть герои. Мне очень понравился Раш на орках. Это, наверное, моя любимая колода Берсерка Героев. В принципе, мне игра понравилась, как я уже говорил в обзоре. Она простая, она быстрая, и это максимально близкая игра к Хардстоуну. А настольного Хардстоуна нема. Вот. А так как его нет, а хочется что-то такого простого, быстрого, веселого, Берсерк Герой — отличный заменитель, поэтому я тоже иногда вот с большим удовольствием в него играю. Звездные миры или Звездные империи? Звездные империи. И Звездные империи. Да, я просто, у меня крыша едет. Звездные миры — это коллекционная карточная игра, а Звездные империи — это колодостроительная. Вот ту, которая колодостроительная. Твое отношение к Лего настольным играм? Да, кстати, был вопрос такой, почему я обхожу Лего настольные игры стороной. Ну, как-то дело в том, что, во-первых, через меня куча настолок проходит, и нет такого... такого тоже большого пласта Лего-игр, да. Во-вторых, все-таки Лего-игры, они достаточно примитивные на данный момент, по крайней мере, то, что я видел. В общем-то, наверное, я бы как-нибудь рассказал о Лего-играх вообще, в принципе, как о классе, но не знаю. То есть, может быть, какую-то даже отдельную рубрику под это дело завести, но пока я не вижу смысла, потому что Лего-игры все-таки не так хорошо развиты. Но, в принципе, да, Лего-настольные игры существуют, и, может быть, когда-нибудь я о них расскажу. Просто пока я даже не знаю, где их брать для обзоров, с кем договариваться и что и как. Вот, поэтому пока нет. Blazrock ID, привет, рад тебя видеть. О, попытка номер 4 даже, извини, я говорю, вот в чате очень сложно и разговаривать с вами, и смотреть за чатом. Попытка номер 4. Не кажется, что игра «Тайное послание» идет по пути Манчкина? Туча разных версий одной и той же игры. Ну, а что поделать? Ребята зарабатывают деньги. Ребята сделали простую и легкую игру, которая хорошо подстраивается под любой сеттинг, и они рубят бабки. Ну, конечно, я отношусь к этому не шибко позитивно, но как куда деваться? Ну, да, да. Увы, ах. Но Манчкинов уже, конечно, просто перебор. Перебор. Следующая игра, которую ты купишь, спрашивают у меня. Пока не знаю. Я пристально слежу за дополнениями, например, к Galaxy Defenders. Я все никак не разжился до сих пор ими. Хочу. Вот, может быть, следующая игра, которую я куплю, будет дополнение на Galaxy Defenders. Может быть, дополнение на Mansions of Madness. Знаю ли я Distro Master? Знаю. Он, кстати, сегодня тоже был в чате. Точно. Привет ему большой и всем его зрителям тоже. А, вот он, кстати, в чате и пишет. Привет тебе. Рад, что ты с нами.
Какие оценки были у меня в школе, спрашивают. В школе оценки были разные. В школе я учился в младших классах, я был круглым отличником, где-то класса до пятого. В восьмом классе, ну, где-то классе в шестом-седьмом у меня начались четверки, даже тройки. В восьмом классе у меня была первая тройка в четверти по химии, и меня очень сильно за нее тогда наругали родители. И я так разозлился, на самом деле. Я старался, значит, делал все, чтобы быть отличником, но у меня не давалась эта дурацкая химия, потому что у нас был дурацкий преподаватель. И когда меня за эту тройку наругали, я очень обиделся за родителей, на родителей, и вообще как-то забил на учебу. Поэтому даже в конце девятого класса у меня были тройки, но в десятом-одиннадцатом я более-менее взялся за голову, закончил одиннадцатый класс без троек, а институт вообще защитил красный диплом. У меня одна единственная четверка по теории вероятности. Вероятно, поэтому я не люблю неконтролируемый рандом в играх. На самом деле, вот теория вероятности очень страшна была. Очень. Я абсолютно обрадовался, когда мне сказали, что могут поставить 4 автоматом. Я вырвал ее просто с корнем. Потом мне предлагали уже к диплому пересдать, ну, у тебя же все пятерки, может, ты пересдашь теорию вероятности на 5, я посмотрел на них, как на прокаженных, сказал, вы что, издеваетесь, теорию вероятности я пересдавать буду? Нет, теорию вероятности я боюсь просто как огня. Новая Agricola, Cover, Eminent Domain и другие игры на краудфанде, что ты из этого ждешь? Я жду мышей. Mice and Mystics я жду. Я жду Каверну, потому что я хочу в нее поиграть. Это единственная игра из всех, в которую я не играл вообще из вот списка. Eminent Domain у меня есть, я его очень люблю, с большим удовольствием как бы возьму себе в коллекцию его на русском, но жду я именно вот скорее Каверну сильнее всего, потому что я в нее не играл, а хочу. Лёша, планируете ли делать обзор Shadows of Brimstone? Как вам эта игра? Не играл, к сожалению, в нее, но хочу поиграть. Что-то с микрофоном, пишет Пикачу с кучей восклицательных знаков. Да, что-то с микрофоном, не знаю, что мы с этим можем сделать. Пытались, но вот такая вот фигня. Где-то в настройках гуляет у меня автоуровень. Вот он, собака, сам выставляет уровень. Почему-то. Но я не могу нигде этого поправить. К сожалению, вот у нас с микрофоном сегодня на трансляции фигня. Приходится выживать как-то, как можем. Но, тем не менее, обязательно как бы я сделаю с этим что-нибудь в следующий раз. Но вот сейчас в реальном времени я это не могу, к сожалению, никак поправить. Где-то автоподстройка. Микрофон я сожгу ритуально. Ох, такс. Тут, кстати, очень много вопросов в чате уже, в общем-то, повторяют то, что... как привлечь человека к настолкам? С каких игр лучше начать? Обязательно будет у меня на эту тему видео. Я сделаю видео с несколькими играми, которые я рекомендую всем. И все расскажу. Обязательно все расскажу. Следующий обзор завтра, да, правильно пишет Blazerock ID. Завтра будет обзор. Я уже в начале трансляции даже заспойлерил немножко, что за игра будет. Так что ждите. Как я отношусь к Print and Play? А, вот тут человек отвечает сам на вопрос. Отлично. Кстати, клево, что вы общаетесь в чатике тоже и между собой в том числе. Это здорово. Это действительно очень здорово, что у нас дружный народ, который общается между собой. Знаешь настолку Blood Bowl? Знаю настолку Blood Bowl, знаю компьютерную версию этой игры, но я... Не шибко. О, на рыжей ветке метро живешь, спрашивает меня The Chirple. Да, я живу на рыжей ветке метро, я живу в районе Конькова. Так что, если вдруг есть соседи, всем рад и всем большой привет, всем из Конькова, из Беляева.
Вот, да, низ рыжей ветки, все мои края. Так что у вас есть шанс меня когда-нибудь заметить, там увидеть. Буду очень рад. Так, давайте отвечу еще на какой-нибудь вопросик из бумажки. А, вот есть большой сложный вопрос, на который я не отвечу, но который я озвучу, и, может быть, кто-то в чатике на него ответит. Вопрос к трансляции. Где можно заказать по адекватным ценам литье фигурок для настольной игры? И есть ли определенное разнообразие материалов для этого процесса? То есть, может, есть подороже, есть подешевле. Делаем прототип настольной игры для краудфандинга, никак не могу найти адекватную мастерскую. К сожалению, я не знаю, где льют, как льют. Я знаю, что льют из пластика. Я знаю, что льют из металла. По-моему, из... Нет, не буду говорить из чего, но знаю, что льют из какого-то металла. Не знаю где, к сожалению, не знаю, сколько стоит. Никогда этим не интересовался. Это вам скорее вопрос такой стоит задать вархаммеровцам. Потому что у них, я знаю, что очень многие льют себе миньки, и это выходит дешевле, чем купить. Кстати, вот тоже не очень приятная такая пиратская штука, но тем не менее. По поводу того, где у нас льют хорошие миньки для своей собственной игры, хороший вопрос. Не знаю, не знаю где. Я знаю, где печатают неплохие карточки, я знаю, в общем-то, с деревом работают неплохо и так далее. Go обзор на настолку XCOM. Может быть, как-нибудь я на нее обзор сделаю, когда я ее раздобуду, но очень вряд ли, потому что я сам ее покупать себе никогда не буду, потому что игра не очень. Вот сразу говорю всем, печально все. Все печально. Не стоит она того. Есть настолка «Паровой осел», будет ли обзор? Вряд ли, вряд ли, вряд ли. Привет из Еревана. Ребят, хочу спросить, какие настолки посоветуете вроде «Игры престолов»? Хочется что-то такое, где будет и война, и дипломатия, и все такое. Eclipse, StarCraft старый, который, к сожалению, сейчас разве что только на барахолке найти. Наверное, Eclipse. Обратите внимание на Eclipse. Действительно, хорошая космическая стратегия с дипломатией, с войной и так далее. Привет, народ, когда следующий обзор на настолки про зомби? Это надо отдельную рубрику мне завести, обзор на настолки про зомби. Слишком их много на самом деле, и далеко не все хороши. Увы, ях. Извиняюсь, Так, в одном из обзоров ты сказал, что Galaxy Scouts одна из моей страны. Где ты ее купил? А, да, Galaxy Scouts, игра из Беларуси. Вот она, кстати, на полочке, если ее видно. Да, ее видно. Игра действительно очень неплохая, и она из Беларуси. Где я ее купил? Я ее не купил, мне ее прислал автор. Собственно, я с ним пообщался, поиграл. Поиграл, точнее, я сам уже без него. Игра из Беларуси. Поищите Galaxy Scouts. Вы наверняка найдете контакты, где можно купить эту игру в Беларуси. Но скорее проблема, где ее купить в России. Вот по этому поводу все гораздо сложнее. В Беларуси-то можно как бы написать лично автору, он вам ответит и подскажет. В какой стране я живу? В России живу. Собака съела миниатюру из игры. Где найти, может кто подсказать, пожалуйста. Попробуйте написать напрямую издателю. Попробуйте написать напрямую производителю игры. То есть вот прям за рубеж, прям производителю. У меня на памяти было несколько случаев, когда действительно они высылали компоненты на замену. То есть это бывает, и наоборот, здорово. Даже была такая ситуация, что не то, что потеряли там или сломали, а затерлись какие-то компоненты, карточки или жетоны, и ребята написали, что вот, мол,
авторам напрямую, что вот затерлись жетоны. Им ответили, что типа здорово, что вы и так играете в нашу настолку, что аж затерли компоненты. Нам это очень приятно. Им выслали аж новую коробку игры. Так что абсолютно бесплатно выслали. Так что стоит попробовать. Напишите авторам. Вдруг. Очень хотелось бы обзор на дополнение к Warriors. Достать у нас невозможно, но очень охота узнать. Дополнение на Warriors я не буду, скорее всего, делать, потому что Warriors, на мой взгляд, себя уже изжил. Есть Dice Masters, это новая игра, тоже основанная на кубической механике. Уже есть очень много вариантов. Есть как раз-таки по Marvel, есть по D&D, есть по DC, есть, по-моему, уже даже по Yu-Gi-Oh! Так что это такая коллекционная кубическая игра, при этом у нее есть стартовые наборы, купив парочку которых, можно играть, в общем-то, так же, как в Warriors, и очень хорошо и интересно оно играется, гораздо лучше, чем те же самые Warriors, вот поэтому рекомендую. Любимые 5 игр. Ну хорошо, давайте. Это будет Battlestar Galactica, Повелитель Токио, Спартак или X-Men Mutant Revolution, Mansions of Madness. И вот на 5-й я подвис. А, Шериф Ноттингема. Отлично, вот, выкрутился. На самом деле, конечно, очень сложно назвать 5 любимых настольных игр, потому что... потому что немного сложно при таком объеме, да, игр, которые через меня проходят, они постоянно меняются, и сложно однозначных любимчиков выделить. Но Battlestar Galactica, Mansions of Madness — это игры, в которые я играю всегда с огромным удовольствием, несмотря на то, что они тратят кучу времени на то, чтобы в них сыграть. Я их очень люблю. Траля-ля. Дистермастер спрашивает, буду ли я обозревать ролевые системы. Вряд ли. На самом деле вряд ли, потому что есть люди, которые это делают. Тот же самый Ву делает... ну, сейчас, конечно, он не снимает видео, но тем не менее. Ролевки — это все-таки немножко далековато от меня. Я хочу посвятить больше все-таки времени настолкам, потому что и на них-то, в общем-то, не хватает мне ни времени, ни сил, ничего. Как насчет съемки ежеквартального хит-парада игр? Сложно по времени. Ну и вообще, я как бы хочу сказать о том, что я не очень люблю вообще топы. Потому что, ну, топы — это очень субъективно, во-первых. Во-вторых, это очень привязано ко времени, да? Вот сегодня мне нравятся такие игры, а завтра мне нравятся другие. Конечно, да, если делать их более-менее постоянно, то может быть. Но, не знаю, я небольшой любитель топов, вот честно скажу. Я... их не очень смотрю, я их не очень люблю, поэтому и не снимаю, в общем-то. И все-таки играю ли я сам в тейблтоп-симуляторе или совсем нет? Скорее нет. Не могу сказать, что совсем не играю. Играю очень редко, но время от времени поигрываю, да. Вот как раз-таки в тех ситуациях, когда надо поиграть с кем-то, кто там в других городах, в других странах. Например, вот с парнями с канала «Твой игровой», который, кстати, все еще в чатике, я время от времени их вижу. Филиппу, Денису большой привет. Клево, что они сегодня тоже с нами. Вот с большим удовольствием с ними играю, например, мы все трое живем в разных городах, а вот Tabletop Simulator позволяет нам вместе поиграть, записать это все и выложить вам, показать. Это здорово. Mansions of Madness на русском действительно не издавалось. Еще с 2011 года я хожу, подхожу в Hobby World к разным,
к разным людям разных уровней и говорю: ребята, сделайте, пожалуйста, локализацию Mansions of Madness. Но это очень сложно. Там очень много текста, там дорогая лицензия, это FFG, там сложности, но я очень хочу, чтобы это сделали, но, к сожалению. Понимаете, опять же, в чем фишка? Такие большие и серьезные серии, как «Ужас Аркхема», как «Древний ужас», их нужно поддерживать. То есть нужно, чтобы своевременно выходили дополнения. А вот тот же самый «Древний ужас», который вышел несколько лет назад, к нему уже много есть дополнений, а у нас локализован только тот кусок, который, как я говорил, на мой взгляд, это просто кусок игры, который отпилили от нее уже, чтобы продать ее отдельно как дополнение. То есть настолки, к сожалению, тоже идут у нас по пути DLC. Это печально. А на русском так вообще все грустно. Пока мы дополнение на русском языке увидим, так что такие серьезные комплексные серии игр локализовывать, конечно, себе в убыток чаще всего. А, вот тут тоже важный вопрос. Пишет человек под ником Крск-ым. Надо уже начинать делать обзор на зарубежные игры. Понимаю, что сложно будет доставать и дорого, но в Москве и Питере это куда легче, чем где-либо еще в России. Они и по качеству, и по смыслу, и так далее хороши. Тот же Mansions of Madness, Claustrophobia, Gears of War, Shadows of Brimstone, Darkest и многие другие нелокализованные игры. Я обещал на эту тему поговорить, и я это сейчас сделаю. В чем проблема делать обзоры, и в чем сложность делать обзоры на зарубежке? Во-первых, как зрители давние помнят наверняка, была на канале такая замечательная рубрика под названием «Железный занавес». Отличный магазин настольных игр московский под названием «Bans Games» в свое время решил со мной посотрудничать таким образом, предоставлял игры для обзоров, и таким образом мы в сотрудничестве делали эту рубрику. Я помогал как мог на тот момент им с рекламой магазина, за это получал игры. Но, к сожалению, когда наступил кризис в России, это перестало быть возможным, такое сотрудничество, потому что вообще выживать магазину, который торгует играми на английском языке, стало очень невыгодно и сложно. И это, собственно, один из моментов ответа на этот вопрос. Почему сложно и почему я не делаю обзоры на зарубежку? Во-первых, это действительно их сложно достать и дорого достать, если покупать их для обзоров постоянно. Во-вторых, и так очень много игр, которые достать гораздо проще, гораздо дешевле, которые частенько там те же самые издательства предлагают сами для обзоров. Конечно, они не такого качества. Конечно, они не так хороши, как западные и зарубежные, но когда тебе там 10 игр дают, и тебе надо сделать обзор, а при этом ты еще поди там заплати там под $50 вместе с доставкой, да, за то, чтобы себе достать игру, а потом еще несколько дней тратить свое время на то, чтобы на нее снимать. Вот. Это сложно. Во-первых. Но это полдела. Гораздо большая проблема вторая. Проблема в том, что обзоры на зарубежные игры шли традиционно гораздо хуже, чем обзоры на игры локализованные. Потому что целевая аудитория, как это ни грустно, целевой аудитории для зарубежных настолок у нас нет. У нас нет комьюнити в стране, у нас нет широкого круга гик-сообщества, которое играло бы в нелокализованные настольные игры, потому что их сложно достать, потому что языковой барьер, потому что дорого и так далее, и так далее, и так далее. Если нет игроков, значит, нет заинтересованности. Если нет заинтересованности, значит, у меня на таком видео будет мало просмотров, мало отзывов, мало фидбэка,
видео, которое я сниму по играм, которые вышли на русском языке, наберут гораздо больше аудиторию, наберут гораздо больше отзывов и так далее. К огромному моему сожалению, это так. Я бы с большущим удовольствием делал обзор только на западные хиты, только на новинки. Но, к сожалению, у нас нет, увы, сообщества. К сожалению, у нас нет развитого настольного сообщества, которое бы следило за этим пристально, которое интересовалось бы и так далее. То есть, да, это интересный вариант, если выходить на западный рынок и делать обзоры на английском языке. Но, опять же, это будет вряд ли конкурентоспособно, потому что надо жить там, не надо жить в стране нашей, для того, чтобы хорошо и интересно играть на столке, чтобы это было доступно, удачно и, в общем-то, короче, чтобы это было удобно. К сожалению, у нас в стране неудобно играть в... неудобно доставать хорошие западные игры. Увы, ях. По поводу настольной Dark Souls отвечал. Лера меня спрашивает, когда пойду я еще чаек заваривать, потому что я уже, наверное, хриплю. На самом деле, я уже скоро буду заканчивать, минут так через 10-15. Может, уже 2 часа болтаю, и уже нет ни голоса, ни головы. Устал немножко. Вот, тоже отвечать на вопросы, но, тем не менее, вопросы тоже остались. Я думаю, что у вас еще есть вопросы. И, кстати, вот возьмите и напишите в чатик, хотите ли вы еще трансляции, хотите ли вы еще повторение такого. Может быть, кстати, новый запустить кубический стол, взять какую-то тему, которую мы с вами бы обсудили, если вам это было бы интересно. Мне, конечно, всегда приятно с вами пообщаться живьем. Ой, сколько народу! Здорово, очень здорово. Я очень рад. Обязательно устроим еще трансляцию. Кстати, да, напоминаю еще раз про обзор по заявкам. Голосование еще идет. Будет конкурс. Будет конкурс с интересным призом, который, я надеюсь, что вам всем понравится. Уже я сейчас как бы на эту тему хорошенько работаю над этим. Запись будет, да. Есть ли информация про новую часть «Мертвого сезона» и ее перевод? Да, будет. Новый «Мертвый сезон» будет на русском языке, скорее всего, ближе к осени. По поводу трансляции, по поводу Твича я тоже как бы говорил, на Твиче не очень удобно, потому что все-таки у меня основной канал на YouTube, вся основная аудитория здесь, и не очень удобно просто менять платформу, потому что людям банально привычнее находиться здесь и наблюдать здесь за трансляцией. Звук поправлю обязательно к следующей трансляции, уделю этому особое внимание. Не знаю как, но обязательно поправлю. Играл ли я в какие-нибудь игры по хроникам мутантов? Hobby World вроде должны были 2 локализовать. По хроникам мутантов была 1 игра, я ее помню, но я в нее, к сожалению, не играл, вот поэтому... Увы, ях. Так, список лучших филлеров кооператива Амери и так далее. Все будет. Будет видео на эту тему. Как только я смогу это делать. Я не знаю, прям... Ребята с твоего игрового спрашивают у меня, что насчет моего золотого лимузина с кубическими колесами, продаю ли я его еще. Продаю, ребят, не хватает денег на настолки, берите лимузин, недорого отдаю. И гнома скачайте обязательно, парни, обязательно скачайте гнома. Планируется ли обзор Star Wars Rebellion? Народ просит, может быть, как-нибудь доедем до этого дела, не знаю, но я пока в нее сам не играл, поэтому еще не
в курсе. Надо уже монетизировать игру с тобой в компании. Аренда Зуйкова в ваших играх. Отличная просто идея. Просто отличная. А, Хроники Мутантов прошу... Да, я понял, о чем ты. Свержень... Нет. Свержение Мутантов, что ли, это называлось? Это Wargame, который делал Тим Кёрби. Да, это не то. А, какой... Тролли! Тролли твой игровой. Какой твой любимый класс в Майнчкине? Сами ответите. Будут ли обзоры на новые дополнения для ужаса Аркхема праздник и праздник Кингспорта? Следите за анонсами. Как я уже сказал, завтра у нас на канале новый обзор, который будет посвящен одной из игр по вселенной Говарда Филлипса Лавкрафта. Вот так вот. Да, с микрофоном на самом деле фигня какая-то, потому что такое ощущение, что на нем где-то, я не могу понять, где, стоит автоматическая регулировка звука. Но я все настройки проверил, нигде ничего подобного не включено. Но тем не менее он почему-то с собака прыгает, это, вероятно, какая-то проблема Hangouts, потому что он тупит, гаденыш. Тупит нещадно, но будем это дело искоренять, я думаю, что в следующий раз все будет хорошо. Что по поводу Тесеры? По поводу Тесеры спрашивали мое отношение. Ну, какое может быть мое отношение? Пользуюсь, с большим уважением отношусь к труду Саши Оранжет, который является модератором-администратором этого ресурса, который тянет тоже это все на себе, эту... большую, серьезную, сложную работу. Тесеры — это круто. Еще бы там модерация комментариев была бы получше, но я понимаю, что силами одного человека это не решить. И вообще надо, конечно, переходить на новую версию. Вот. Посоветуй, пожалуйста, настолку на тему апокалипсиса или выживания. City of Horror советую. Поглядите обзор рубрики «Железный занавес». Достаточно клевый. Что еще? Игра, в которой надо строить города и воевать. Кто-нибудь посоветуйте. Цивилизация. Конечно же. Тра-ля-ля, тра-ля-ля. Ну что, друзья. Я думаю, что вопросы у нас постепенно заканчиваются. Поэтому будем тоже и трансляцию мы потихонечку завершать. Пару, может, еще последних вопросов, которые вы успеете написать в чатике, я отвечу. И думаю, что часиков в 10 уже будем заканчивать. Пойду что-нибудь съем, а то я как бы уже даже проголодался. Но вообще очень рад был с вами всеми пообщаться. Спасибо большое, что пришли. Спасибо большое, что посмотрели трансляцию. Сегодня у нас было больше 150 человек постоянно онлайн. Это действительно клево. Хороший показатель. Я думаю, что это не предел. Дальше будет еще круче. Обязательно будем стараться делать еще лучше, еще больше. Почему я так мало говорю в обзорах свое мнение? Мне кажется, я его достаточно говорю, на самом деле. Я высказываю все то, что я хочу сказать в любом случае. Делать это как-то специально и что-то рассусоливать, я не вижу смысла. Мне кажется, все-таки, что краткость — сестра таланта. Все самые важные вещи, которые я считаю нужным сказать, я говорю. У меня была отдельная рубрика, которая называлась «Не особое мнение» на канале, в которой я старался, наоборот, больше внимания уделить своему мнению. Но, к сожалению, зрителям она не понравилась. К сожалению, вообще, вот, кстати, тоже важный момент, о котором я говорил. О котором я не говорил. Почему-то люди очень хотят видеть, не знаю, там, подробные правила, видеть подробные объяснения и там те же самые летсплеи. Но людям не так интересно мнение. В широкой массе, я имею в виду. Мне кажется, что это все-таки не очень правильно. Но
тем не менее, если людям так больше нравится, то на листочке нет, не все вопросы отвечены, но не отвечено буквально там парочка совсем. А вот, кстати, да, я действительно отвечу на пару вопросов еще из листочка. Остаются ли у меня на полках настолки, которые мне не понравились, или я от них избавляюсь? Чаще всего эти настолки остаются у меня не на полках, а где-нибудь вон, на шкафу у меня лежат настолки. Вы представляете, сколько их? Вот там у меня диван стоит в комнате, он весь. То есть, когда приезжают гости, это целая дилемма, куда задевать все эти коробки. У меня есть на шкафу коробки, у меня есть под стеллажами коробки, сверху на стеллажах есть коробки. Вон там вот еще есть столик, на котором тоже они стоят штабелями. Я не знаю, куда их девать вообще, не знаю. Но куда же деваться-то? Все-таки коллекция тоже. Ну, то есть большинство игр, конечно, мне нравится. Я как-то тешу себя надеждой, что когда-нибудь я еще в них сыграю. Хоть понимаю, что большинство, конечно, я не смогу заново сыграть. Но, тем не менее, я их держу и думаю, что когда у меня будут дети, они будут счастливы такому количеству настольных игр, и у них будет огромное разнообразие, во что они смогут поиграть. Поэтому я думаю, что мои дети таким образом будут немножко счастливее, чем, например, был я. Меня тут в чатике атаковали просто вопросами про мой любимый бутер, что я буду есть после трансляции. Лера нарисовала смайликом кусочек пиццы, и вот мне захотелось пиццу. На самом деле у меня в холодильнике лежит рыба, которую я оттаял, ее надо пожарить и есть. Это будет очень вкусно. Я на самом деле люблю готовить, к сожалению, не часто у меня это получается, потому что не хватает времени, но я очень люблю готовить мясо, я очень люблю готовить рыбу. Да, мои дети будут ненавидеть настолки. Это печально. Это очень печально. Как мне престолы? Престолы! Люблю. Хорошая игра, особенно вот... Господи, где она? Настольная. Карточную тоже очень люблю, но она у нас в свое время съела столько времени, что у меня просто от карточной игры престолов уже аллергия. Будешь играть с друзьями в Терру Мистику? Вряд ли, на самом деле. Вряд ли. Давай уже магазин тебе сделаем, пишет Артем Глухих. Будем наклеивать на игры стикер рекомендовано 2 в кубе, в ассортименте только интересные игры. Ой, ребята, магазин на самом деле это больная тема. Больная тема. Очень давно я хотел сделать магазин свой с настолками, но я опять же понимаю, что для того, чтобы сделать магазин хорошо и качественно, чтобы он был популярным, чтобы он приносил прибыль и чтобы он вообще как бы был удобен, в том числе и вам, покупателям, надо работать много, хорошо и плодотворно. А времени на это у меня нет. Я понимаю, что если я, там, например, открою магазин там, в одиночку или с каким-то там, одним-двумя партнерами, меня просто не хватит на то, чтобы полноценно заниматься обзорами. Тем не менее, если мне вдруг, как это, прилетит друг-волшебник, да, в голубом вертолете и бесплатно покажет кино, конечно, я был бы очень рад, если вдруг найдется какая-то инициативная группа, которая предложит мне стать, я не могу сказать совладельцем, совладельцем магазина, соавтором, да, этого проекта, стать лицом магазина, открыть магазин 2 в кубе, конечно, я был бы рад. Я вообще, так как вся эта работа с... видеоблогом достаточно сложная и емкая, я, конечно, от помощи никогда не отказываюсь. Любая помощь, она, в общем-то, нужна, она важна и посильна. Опять же, вот возвращаясь к тому, о чем мы говорили. Монтировать и снимать видео мне самому никогда особо не нравилось. Мне нравится роль ведущего, мне нравится разговаривать с людьми, мне нравится разговаривать со зрителями, общаться,
не только на камеру, но и вживую, поэтому я очень люблю, вот, например, там какие-то слетки, сходки, да, на фестивалях я всегда с огромным удовольствием общаюсь со всеми, мне это интересно. Но техническая сторона вопроса меня всегда угнетала. Мне сложно, ну, реально сложно, просто мне это не нравится. Поэтому, увы и ах. То есть мне бы хотелось делать больше, мне бы хотелось выпускать чаще, мне бы хотелось больше времени с вами общаться. Но видите, вот как с этим чертовым микрофоном, который нас сегодня подвел на трансляции, банально, потому что у меня нет технических навыков достаточных. Вот такие косяки случаются. Ну что ж, друзья, я думаю, что на этом будем заканчивать. А, какой мой любимый бутер еще постоянно в чатике спрашивают. Я люблю бутер, чтобы на нем было побольше всего. Я люблю, ну, не знаю, какой-нибудь типа майонезный соус на хлеб, сыр, что-нибудь типа колбасы или карбонада, салатик. Господи, что мы обсуждаем на трансляции? Вы понимаете, да, бутеры мы обсуждаем на трансляции. Вы вообще докатились, надо заканчивать. Надо заканчивать. Ребят, спасибо большое всем, кто сегодня пришел. Спасибо, чтобы вы были такие активные в чате, что я не успевал читать ваши вопросы. Надеюсь, что никого я не обидел. Старался как бы следить, смотреть и глядеть. Очень рад был с вами пообщаться. Обязательно будет запись на канале. Ждите завтра обзор. Я сегодня встал специально в 9 утра и сразу же весь день как бы сел его монтировать, чтобы успеть его сегодня сделать, а то же я прилетел только, собственно, на этой неделе вернулся. С трудом я успел, но я успел. Вот пока сейчас я сижу на трансляции, он рендерится. Если там нет никаких косяков, мне не придется его сейчас переделывать, ставить рендер на ночь, я буду счастлив. Ловите завтра новый обзор. До встречи на канале. Не забывайте голосовать за обзор по вашим заявкам. Я, кстати, сейчас прям вот возьму и в чатик еще раз кину вам ссылочку, по которой вы сможете проголосовать. Так что давайте, дерзайте, до новых встреч, и я очень рад, что трансляция вам понравилась, я обязательно поработаю над звуком, и будем их устраивать почаще, буду с огромным удовольствием с вами общаться почаще, так что до встречи на канале и не только, всем приятного аппетита, спокойной ночи сразу же, и удачи вам не только на кубиках, но и вообще по жизни. Пока! Спонсор выпуска – магазин «Удачные развлечения». Настольные игры, пазлы и многое другое. www.shopudachi.ru